вкладывая в плане громкой музыки. То есть у нас прямо к дому подключили колонки, поставили колонки под окна. До 3 часов дня, ну, не закрытые окна не помогали, ничего. Это не просто шумно, это как будто у тебя дома устроили эту дискотеку. Ну, звук такой. У меня на воскресенье была заказана машина с доставкой стройматериалов. Понятно, что все пришлось отменить, да, переносить на будние дни. В будние дни здесь проехать на «Газели», допустим, тоже достаточно сложно, да, загрузить, выгрузить это. На воскресенье я уехала просто, потому что еще один выходной в полном шуме, гамме, людях, курящих во дворе у нас. То есть на данный момент я нахожусь в такой, ну, некой растерянности, потому что никакой информации не было, никого не спрашивали.